jingle bells, jingle all the way. Home is fun, here is to run in a hop, hop, sleigh. Всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и мы сегодня будем играть, так скажем, в день согревающего очага. Я хотел ее сыграть как раз таки во время Нового года. То есть, во время новогодних праздников. И чтобы прибавить вам этого новогоднего настроения, я решил поиграть именно сейчас. Давайте-ка начнем. Дорогой дневник, сегодня я усвоил один важный урок. Но, пожалуй, лучше я напишу обо всем с самого начала. День согревающего очага – один из моих самых любимых праздников. Кантерлат сейчас красив, как никогда. Каждая пони считает своим долгом украсить город к этому дню. На улицах стоят праздничные елки, обвешанные гирляндами, крыши домов переливаются всеми цветами радуги. Отовсюду слышатся песни и позвякивание колокольчиков, пахнет сладостями и выпечкой. Я даже видела двухметровый леденец. Бедные же ребята, которые захотели его лизнуть на морозе. Конечно, я была более благоразумной и не стала испытывать судьбу, пройдя мимо. Тетушка Эдельвейс отправила меня за овощами для праздничного стола. Я как раз возвращаюсь с покупками, когда встретила своих друзей. Лили, Лили, иди к нам. Привет, Саня. А мы тут снеговика лепим. Что его у тебя... Что это у тебя в сумке, морковка? По-моему, этой снежной пони она бы очень подошла. Не поможешь нам? Окей, я... Я могу куда-то еще при... Ну ладно. Бэм. О да, теперь наш шедевр готов полностью. Саня была очень довольна своим творением. Но продолжительность... Продолжилось это недолго. Вдруг откуда-то вылетел маленький пегас и откусил морковку. Эй, ты что творишь? Похоже, ваш снеговик остался без рога. У-у-у-у! Да. Никакой магии вне Хувгарца, приятель. Ха-ха-ха. Ладно тебе, Саня, я видела, как недавно... Прибыл поезд. Скорее всего, этот пегас – гость нашего города. Ох, ну это все объясняет. Это деревенщина, ты откуда прибыл? Небось, из Понивилля? Я из Клаусдейла, и это лучшее место во всей Эквестрии. И все пегасы оттуда такие же дикари, как ты? А все единороги такие же воображалы? Ах ты, крылатый хам! Возьми свои слова обратно. Иначе что, маленькие столичные фифы разозлятся? Ха-ха-ха, а вы сначала попробуйте достаньте меня. Пегас залился звонким смехом и взлетел повыше. Шмяк. Запущенный с крыши снежок попал прямо в возмущенную мордочку Сани Дэнса. Единорожки тут же отреагировали собственным залпом по пегасу. Завязалось целое снежное сражение, сопровождающее смехом и руганью. Ребят, ну хватит. Лили, ты вообще на чьей стороне? Я на вашей стороне, конечно же. Так не стой столбом, мы должны проучить этого выскочку. Вид у Сани был настолько злой, что я даже немного испугалась. Теперь я должна участвовать в этой потасовке? Пегас умело лавировал в воздухе, уклоняясь от снежков. Ни один не достиг цели. Крылатый хулиган с легкостью предсказывал траекторию полета снарядов. Так им никогда не попасть. Возможно, стоит попробовать заклинание левитации? Но смогу ли я? Весь мой последний год прошел в изучении магии, но успехов у меня было не так много. Да и стоит ли мне вмешиваться? Я чувствовала, как меня яростно буравит взглядом Сани. Стоит попытаться.
Ну же, Лили, соберись. Первое – очистить сознание. Второе – сосредоточиться на снежке. Третье – мысленно представить его полет. Четвертое – придать сил своего внутреннего волшебного волшебства этому желанию. И последнее – высвободить магию через рог. Ничего не вышло. Пегас уже улетел, остальные, видимо, бросились за ним вслед. От моего рога исходили лишь некоторые неконтролируемые искры. Одна из них ужалила Сани прямо в нос. «Ай, больно! Ты это специально!» «Нет, это не так!» Я пыталась оправдаться, но Сани уже разозлилась не на шутку. «Ты очень странная, Лили, и рог твой странный. Тебе никогда не поступить в школу принцессы Селестии, пока у тебя бенгальский огонь вместо рога. Ты только позоришь благородное имя контрлузского единорога». Окей. Было обидно и одиноко. Мимо в предпраздничной суете пробегали пони. Снежинки падали с неба и мягко оседали на моем рогу. «Глупый, глупый рог, из-за тебя я осталась без друзей». Без магии, полный ноль. Я еле сдерживала слезы. «Лили Лайтли, правильно? У меня для тебя посылочка». «Окей, Дёрпию, спасибо». «Из Понивиля? Это от моей бабушки, спасибо большое». «Милая девочка, а почему ты такая грустная? Мои друзья, они считают меня странной». «Это из-за моего рога, он создает одни проблемы. Вместо того, чтобы помогать не в магии, а он просто светится и пускает искры». «Круто, а покажешь?» «Что?» «Не думаю, что это делает тебя странной, Лили. Я считаю, это делает тебя необычным. Ведь все мы необычные в чем-то. Ну, вообще согласен. Например, одна моя знакомая пони необычайше розового цвета. Даже наши минусы – это не всегда что-то плохое. А если ты умеешь пускать фейерверки из рога, то это просто супер круто. Ха-ха. Я еще никогда не встречала такой удивительной пони. С ней было легко и уютно. При всем своем глуповатом виде она вдруг стала мне ближе любого столичного единорога. Мы разговорились. Оказалось, что она прибыла вместе с другими поневильцами для постановки праздничной пьесы. Перед тем, как улететь, она взяла с меня обещание прийти на спектакль. Окей, мы на спектакле. Окей, прикольно. Блин, мне очень нравится музыка на заднем фоне. Я надеюсь, вы ее слышите, потому что если нет, то знайте, что мне пришлось ее удалить из авторских прав. Представление проходило в одной из главных зал замка. Я еще никогда не видела такого потрясающего спектакля. Высокомерная принцесса Платина, воинственный командующий Харри Кейн и недальновидный канцлер Пэддингхед, боже мой, какие названия. Каждый из них заботится о своем народе, но их бесконечные конфронтации только усугубляли дело. Почему пони должны враждовать из-за глупых лидеров? Я думала об этом на протяжении всей пьесы. «Лили, извини меня за то, что я наговорила. Я была не права, так что...» «Друзья?» «Друзья!»
Оставшуюся часть дня мы провели с Саней за распеванием праздничных песенок и лопанием конфет. Вернувшись вечером домой, я раскрыла присланную мне посылку из Понивилля. В ней была открытка от моей бабушки с поздравлением и подарок. Книжка сказок эквестрийские истории. Моя маленькая Лили, зная твою тягу к письму и книгам, я дарю тебе этот сборник сказок в надежде, что твоя фантазия подарит жизнь еще множеству достойных этого истории. Дорогой дневник, это моя последняя запись в уходящем году. Говорят, если загадать желание в полночь, то оно обязательно сбудется. Ты ведь загадала, что успешно поступишь в школу Селестии, верно, Лили? Спрашивала тетушка Эдельвейс. Молодежь нынче волнует совсем другое, возражал ей дядя. Наверняка ты просила получить скорее свою кьюти-марку. Никто из них так и не угадал моего желания. Я хочу в Понивиль. Так, мне начали сразу звонить. Поздравляют всех с новым, с днем согревающего очага. Что ж, рекомендуем ознакомиться с предыдущим. Да, я это уже проходил у себя на канале, можете посмотреть. Ночь падения Эквестрии, новая новелла. Надеюсь, она уже вышла, и мы в нее вместе поиграем. Всем магии, ребят. И вам, дорогие друзья, магии, с Новым годом, с счастьем, здоровьем, всего самого наилучшего и желаю в следующем году чего-то прям совершенно крутого. Этот год для меня был совершенно паршивым, совершенно самым худшим, наверное, годом в моей жизни. И мне кажется, что в 2018 году все изменится. Это будет намного лучший год. И я надеюсь, благодаря вам мы достигнем нашей цели. Вот 100 тысяч подписчиков. Я надеюсь, что мы все сможем справиться. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Флаттер. Всем пока.